Всем привет, мои хорошие, с вами Светлана. И сегодня у нас такой интересный формат видео. Будем подводить с вами итоги года Faberlic. Какие продукты меня впечатлили, какие я хочу покупать еще и еще. Об этом, о многом другом я обязательно расскажу вам в своем видео. Я отобрала для вас 20 средств, сделала себе даже такую записочку, которые мне хочется покупать и снова, и снова, которые я советую другим людям, которые я советую новичкам и тем, кто их еще вообще не пробовал. Давайте начинать. Не все продукты у меня есть в наличии, поэтому я не буду вам показывать какие-то банки, только декоративочку в конце, да, которую люблю. Поэтому буду оставлять вам сбоку фотографию средства с артикулом и уже рассказывать, почему именно оно мне понравилось. Первый продукт – это ночная маска Weekend Faberlic, которая просто обалденно работает на коже, обалденно пахнет. Ну и все в ней хорошо, никаких нареканий, не забивает поры, не делает кожу жирной. Мне даже иногда хотелось использовать ее как дневной крем. Может слегка пощипывать чувствительную кожу, но таким образом, я так понимаю, серия Weekend работает, пробуждая клетки кожи, улучшая, не улучшая ли микроциркуляцию, не знаю, но периодически бывают от этой серии покраснения, и именно на ночное применение мне эта линейка безумно понравилась. Ночная маска действительно достойна и стоит того, чтобы ее попробовать хоть раз. Второй продукт – это эликсир Варио. У меня он под номером 2, это аквалифтинг. Девчонки, я попробовала его наносить самостоятельно, как сыворотку под крем и даже без крема. Ну, в общем, поэкспериментировала. Мне понравился он и в самостоятельном виде очень. Вы знаете, такое действительно ощущение лифтинга, как будто кожа моментально становится такой упругой, подтянутый, но внешний вид-то улучшается, выравнивается тон. Вот хороший продукт, действительно работающий. Я вам буду вообще сейчас только о работающих продуктах рассказывать, ну, которые, по крайней мере, работают на мне. Поэтому мне очень понравился этот эликсир. Сейчас я добавляю его в дневной крем, перемешиваю, пробую так и так и так. И во всех случаях он действует обалденно. Третий продукт из линейки Expert Pharma. Вообще из этой линейки у меня здесь будет много продуктов, потому что серия тоже работающая. Разогревающая маска для волос. Что она из себя представляет? Вы этот продукт такой кремообразный, беленький, втираете в кожу головы массирующими движениями. Можно еще, если есть массажная щеточка фаберликовская или другая, я, например, за копейки брала на Алиэкспресс, вот так вот пройтись ей по коже головы. Все, оставляем до тех пор, пока она работает. Я, по крайней мере, так делаю. То есть она действительно разогревающая, она действительно жжет. Но, наверное, так же, как и масло для волос из серии «Ботаника» с перцем. Вот по эффекту они очень схожи. Но эффект действительно есть, волосы растут быстрее, кожа головы, циркуляция в коже головы улучшается, поэтому я хочу продукт этот снова и снова приобретать. Вот в последнем каталоге не видела, в следующем будет, обязательно куплю или дождусь акции. Постоянно повторяю покупку средства для чистки духовок и плит. Вы многие уже о нем наверняка знаете. Оно прекрасно справляется с застарелыми загрязнениями. Если с умом подойти к делу, как говорится, да, я чищала им сковородки, плиты, вот кастрюли обратную сторону, да, где пригорает так, что ну, никакое средство не справится. Немножко, если приложить усилий, то можно сделать новой вашу кастрюлю и сковороду, которая шла в утиль. Я уже не говорю про духовку, про микроволновку, про плиту. Совсем оно замечательно справляется, поэтому оно у меня в доме есть всегда. Пройдемся по дому Faberlic. Следующий продукт – это средство для мытья посуды, тоже must have. Постоянно в моем доме, прекрасно справляется также с любыми загрязнениями, не оставляет никакого запаха на посуде, оно безопасно, оно смываемо, то есть оно не остается на посуде. Оно мега экономично, просто такой баллон за 149 рублей, который еще в зависимости от партии, запаха, густоты, вы можете еще и водичкой разбавить. Бывает, на несколько месяцев не хватает одного этого средства, поэтому всегда тоже в моем доме, даже не хочу какое-то другое пробовать или на что-то другое менять. Кондиционер для белья с аромакапсулами. В поисках хорошего кондиционера перепробовала кучу просто средств в фикс-прайсе, магнит, косметик и так далее. Много-много-много всяких. Лучше не нашла. Только кондиционеры Faberlic делают белье настолько мягким, что просто, ну не знаю, это нежнятина, хочется прикасаться. Полотенчики как новенькие, да лучше как новенькие. Ни с чем не могу его сравнить, оно для меня самое лучшее, он, этот кондиционер, советую всем к покупке хотя бы один раз попробовать. Открытием года для меня стал в серии пятновыводителей именно карандаш. Я пробовала жидкий, я пробовала спрей,
пробовала сыпучий, и как-то не был эффекта вау, спрей вообще у меня ни одно пятно не вывел. А вот карандаш действительно поразил. Я выводила им застарелые пятна, которым несколько лет. То есть одежда уже лежала мертвым грузом, хотела ее выкинуть, потому что есть где-то на видном месте пятно, и тут решила попробовать карандашик, а он оказывается вообще чудесный. Он действительно справляется с застарелыми пятнами, с любыми. Кровь там, вино, вообще абсолютно с любыми. Единственное то, что он может портить ткань. Поэтому деликатные ткани, не знаю, как с ним будут работать. Я в одном из видео пробовала его на блузке, где такие были серебряные нити, и вместе с пятном ниточки эти тоже ушли. Вот. Не сильно заметно, но я рада, что пятно вывелось. У меня эта блузка теперь опять в ходу. Крем-винотоник. Полюбила его не то чтобы прям вот вау, там или он делает какие-то чудеса, конечно, варикоз он не вылечит, но усталость снимает. Мне очень приятно наносить его на свои ноги в конце дня. А если еще задрать ножки на стену наверх и так полежать, это вообще красота. Даже если этого не делать, я действительно чувствую минутки через 2-3, как вот ноги гудят, да, кажется, что они такие тяжелые, они становятся легенькими. Можно опять как бы вставать, бежать по своим делам. Поэтому он у меня тоже есть в запасиках, я его люблю и буду заказывать. Бальзам для стоп гладкие пяточки. Без него вообще не представляю свой уход за ногами. Раньше мне приходилось частенько пользоваться пемзой, да, для ног или какой-то специальной щеткой. Сейчас я делаю это крайне редко, но действительно крайне редко, раз в месяц, может быть. И мои пяточки, мои ступни выглядят просто шикарно. Мне он безумно нравится. Он идеально размягчает кожу стоп. Они розовые, они как у младенца, действительно. Не пробовали? Вот тоже лучше один раз попробуйте, очень рекомендую. Может быть, он и не всем подходит. Некоторые девочки писали, что им как бы ну никак. Но таких мало. В основном я знаю тех, кто его любит и обожает, потому что это средство работающее. Просто супер. Еще один продукт из линейки Эксперт Фарма – это маска антиакне. Причем я ей пользовалась практически весь год, и рука к ней не тянулась, потому что ее тяжело выдавить, потому что ее тяжело потом смыть. Она как бы как глиняная такая, да, серого цвета, белесо-серая такая. Но как-то вот недавно, кстати, в конце ноября, наверное, в декабре, я опять в очередной раз ее нанесла, посмотрела специально. Сейчас мне нравится очень следовать свою кожу лица. То есть наблюдать за состоянием до какого-то средства, потом после, потому что не хочется пользоваться всякой гадостью, хочется работающие продукты. И у меня просто случился шок. То есть поры были настолько сужены после маски, настолько гладким было лицо, но оно и так было гладким, я это замечала, вот именно поразило меня состояние пор. То есть после использования этой маски, это единственный продукт, который произвел такой эффект на моей коже, они действительно сузились, их стало практически незаметно. Такое ощущение, что вы нанесли какой-то крутой тональный матирующий крем, который выровнял вам кожу, сделал ее идеальной. Поэтому маска супер, будет на акциях, буду брать. Она у меня вот только недавно закончилась. Несмотря на ее недостатки в использовании, эффект она производит космический. Поэтому очень рекомендую. Средство для интимной гигиены Фаберлик, о нем можно говорить вечно. Оно настолько деликатное, оно настолько нежное. Я пробовала других производителей, нет. Вот это средство, у него нет практически никакой отдушки. Средство чистоты, свежести длится долгие-долгие часы. В общем, одни плюсы, не вижу никаких минусов. Беру только его в последнее время и буду брать дальше. Серия BioArctic. Девчонки говорят, ее выводят. К моему сожалению, я долгое время ее не приобретала, потому что не было в каталогах, не попадалась на глаза, забыла. Сейчас она снова в распродажах. И когда составляла вам этот списочек, посмотрела, что как бы в приложении, да, Фаберликовском, там тоже висит вся серия. И шампуни, и кондиционеры. Я вроде попробовала даже добавить в корзину, добавилась. Значит, и на складе есть. Если она еще будет, эта серия в январе, обязательно запасусь. Мне очень нравится. Часто она бывает в распродажах по 60-70 рублей за флакончик бальзама либо шампуня. То есть и шампунь, и бальзам можно взять за 120-130 рублей. Это шикарно. Он потрясающе работает на волосах. Волосы после этой линейки блестящие, живые. Правильно только нужно подобрать по типу вашей кожи, именно кожи, головы. Подбираем шампунь. И по типу ваших волос подбираем бальзам. Жирная кожа головы у меня, я беру шампунь для жирных волос. Волосы у меня сухие, я беру бальзам для сухих волос. Именно так эти средства работают гораздо лучше,
попробуйте обязательно и потом напишите. Так что Серебия Арктик обожаю. Девчонки, за такую цену это какой-то люксовый уход за вашими волосами. Мега питательные бальзамы, мега питательные маски, которые делают ваши волосы правда живыми и блестящими. Вот тоже мыло бальзамом Биоарктик вчера. Волосы прям переливаются. Краска Siri Expert Color была открытием для меня в этом году. Да, она действительно немножко подсушивает ваши кончики, жжет их, скажем так. Но это при использовании белых, да, светлых оттенков. Весь год я практически проходила блондинкой и пользовалась только этой краской в различных вариациях, экспериментах. Там на корне, да, 9.1, получается, 7.1, дальше на волосы 9.1 делала себе ей и амбре, и просто красилась, смешивая два оттенка, либо один, благородные, пепельные, очень красивые оттенки. А у других производителей тяжело, на самом деле, даже пойдешь вот в магазин Магнит Косметик, я искала светлые оттенки с пепельным отливом, да нет, вот. Ну, реально, в нашем магазине я не нашла ни одну краску. А вот Faberlic есть. Богатая палитра, шикарная. Вот за это именно ее люблю. Ну, пожечь, да, пожгла волосы, конечно. Кончики у меня уже мертвые совсем, потихоньку обрезаю. Но, тем не менее, она у меня в фаворитах по оттенкам. Там есть даже темный холодный оттенок 4.1, который я обязательно буду брать. Я брала его год назад и буду брать сейчас снова. Он очень красивый. Репейное масло для волос из серии Ботаника тоже очень достойный работающий продукт. Я наношу его перед тем, как помыть голову за час, за полчаса на корни. Там хороший, удобный носик, дозатор, наносить одно удовольствие. Тоже могу проработать потом щеткой массажной для головы, либо руками вот так втереть в кожу. Да? Одеваем шапочку, можно полотенце, можно без полотенца и погнали. Пока жжет, значит работает. Не жжет, все, идем мыть голову, смывать. Смывать масло не очень легко. Нужно как минимум два раза помыть голову, ну не как минимум, два раза мне хватает вполне. То есть не остается ничего на волосах, и делаем все это аккуратно, наклоняя голову в ванну, не в душе, ни в коем случае. Попадет этот жгучий перчик в глаза, будет очень-очень щипать все лицо и вообще. Поэтому аккуратно с ней нужно работать. И мне показалось, девочки, не то, что показалось, а действительно это так, она работает на мокрых волосах, на мокрой коже головы лучше, чем на сухой. То есть если вот сейчас я перед помывкой пойду нанесу, эффект будет гораздо меньше, чем я намочу волосы, намочу свою голову, да, и на мокрую кожу головы вотру, так она как-то вот жжет у меня сильнее. Советую, девчонки, цена бывает наибюджетнейшие средства, действительно работающие, которые помогают отрастить вам свои волосики. Серия Салон Кеа «Умный кератин». Очень люблю именно эту линейку, несмотря на то, что многие девочки говорили, у нее такой неприятный запах. И не волнует, честно говоря. Она у нас идет, по-моему, без парабенов, без силиконов, без всяких таких добавок, потому что шампунь пенится крайне плохо. Обязательно я мою два раза голову, потому что с первого раза он вообще практически не пенится. Мне нравится очень эта линейка, она действительно спасает поврежденные волосы. Есть там кератин? Нет. Ну, в составе вроде есть, да? Но она творит чудеса на моих волосах. Они становятся более ухоженными, более послушными. Кончики лучше себя чувствуют, да? Сейчас вот я не этой серией пользуюсь, но обязательно в новом году, в январе, я возьму себе в запас эту линейку. Маску я не пробовала, кстати, но многие говорят, что от нее эффект гораздо больше, чем от бальзама. Обязательно попробую, протестирую, вам расскажу. Но шампунь и бальзам действительно делают чудеса. Чудеса. И не то, что они прямо из убитых волос вам сейчас делают шикарно. Нет, конечно, все постепенно, но они, тем не менее, они лучше. Они лучше, чем были до применения. Они красиво лежат, красиво смотрятся, поэтому серию эту очень-очень советую. Дальше декоративка, девчонки. Следующий продукт – это палетка для скульптурирования лица. Я вам ее уже много раз показывала. Это тоже мой must-have. Предыдущий я пользовалась почти год. У меня быстро вывалился хайлайтер, потом разбились румяна. Остался один бронзер. Взяла себе по Faberlic клубу за 1 рубль, за 60 баллов ее снова. Люблю, не могу. Это вот, мне кажется, самое удачное сочетание оттенков под любой цветотип кожи. Можно миксануть скульптор с румянами, и получится более такой, знаете, насыщенный для холодного цвета типа лица оттеночек. Ну, в общем, на любой вкус и цвет можно использовать как тени, абсолютно любой из этих оттенков. А румяна я даже использовала как помаду. Достойнейший продукт, который компания позволяет нам за 1 рубль купить в Faberlic клубе. Стоит ради него накопить количество этих баллов, 60, да, чтобы попробовать. Следующий действительно работающий продукт – это сыворотка для роста ресниц.
Если вы будете использовать ее на ежедневной основе, на ежедневной, в течение 10 дней, вы уже увидите эффект кисти на конце спонж. Я использую ее не только на ресницы, но и на брови. Она у меня уже долго в использовании, еще не кончилась, потому что я про нее забываю. Вот вспомню, надо обязательно хотя бы дней 10 проделать, чтобы был эффект. А лучше, ну, до конца ее использовать. Она действительно может восстановить убитые ресницы наращиванием. Да? Она действительно делает чудо. У меня отрастают новые волоски бровей. Ресницы почему-то становятся чернее. Вот это я не могу понять, потому что это прозрачная субстанция. И длиннее. И растут новые. Вот я это четко вижу, вот, потому что даже в уголках вот тут они у меня начинали расти, когда я пользовалась. Я проходилась по ресницам этой щеточкой, потом по, надо все-таки, чтобы попало на кожу, где место роста ресниц, да, вот этим спонжем проводила по линии роста ресниц вверху, внизу и по бровям. Вот таким образом. Девчонки, действительно есть эффект. Нужно просто набраться терпения и ежедневно это на ночь делать. Вы увидите чудеса на своих глазках. Новая наша помада, новиночка, эта помада из линейки Glam Team тоже произвела, девчонки, эффект вау на моих губах, честно говоря. А, у меня оттенок, я уже не помню, как называется, цвет, значит, артикул 406-17, я вам сейчас сделаю сводчик, кто не видел видео о моем заказике, да, вот так она выглядит, она невероятно красивая, это, знаете, немножко такой холодный подтон, бежево-коричневый, вот. Камера слегка ржит, но тем не менее сейчас не про оттенки. Если вам интересен этот оттеночек, он у меня есть в последнем видео про заказик Faberlic. Дело в структуре. Она очень похожа по своей структуре на полуматовую губную помаду Овация. Действительно похож. Она такая полукремовая. И здесь нет ни шиммера, ни сатина, ни какого-то яркого блеска. Она так классно смотрится на губах, просто невероятно. Тоже никуда не забивается, не подчеркивает шелушение, а наоборот их разглаживает. Тоже четкий контур у нее. Удобно очень работать именно из-за этой формы, да? Видите, уголочек. В общем, они похожи, эти две помады, на самом деле, по своему действию. И они у меня пока будут в Faberlic в фаворитах number one. И последний, 20-й продукт, который я вам покажу, это у нас тушь, новая тушь Faberlic, тоже Glam Team. Раньше у меня в любимчиках была Veriber и Bosch Oscar, по-моему. Сейчас просто эта тушь затмила обе эти. Потрясающие ресницы, потрясающая силиконовая кисточка. И сама тушь обалденная, потому что кисточка-то, она по сути обычная. У многих тушей такая силиконовая кисть. Но за счет вот именно состава самого продукта, она работает таким образом, что ваши ресницы просто хлопай и взлетай. Вот у меня сейчас два слоя на глазках. В ближайшее будущее точно не променяю никакую другую, даже если не будет акций, куплю, потому что для этой туши эта цена совершенно небольшая. Она шикарная, я вам очень рекомендую ее попробовать. Ну вот и все, мои хорошие, итоги года подведены, 20-ка лучших продуктов Faberlic сформирована. Надеюсь, что была вам полезна, если это так, обязательно ставьте лайк, а я с вами прощаюсь до следующих видео. Пока-пока.